Всем огромный привет. У меня прям с утра готовка. У меня уже родители едут. Жарю им беляши по тому же рецепту, как у меня есть. Вот последняя партия осталась. И я разморозила тесто для печеночного. Когда в прошлый раз сделала, осталось. И прям так хорошо, как смотрите, прям без проблем, что я его замораживала как-то это. Никаких проблем с этим нету. Сейчас буду пожарю. Родители уже скоро приедут. Будем делать печеночные. Еще попозже буду месить тесто на куличи. Хочу сама сделать. Будем красить яйца. Потому что сегодня у нас прям подготовка к Пасхе конкретно идет. Такие вкусненькие. Хорошие такие вот. Красивые. Буду угощать. Вот так что, жарим печеночный. Всем огромный привет, теперь увидимся так вживую. Сейчас иду встречать своих родителей. Уже уложила сыночка спать, муж остался дома. О, у меня было вчера такое хорошее настроение, да? Сегодня я вообще себя целое утро собрать в кучу не могла. Сейчас расскажу почему. Вчера, хоть позавчера, да, мне дал, как бы так скажем, жару муж. Вчера вечером положил ребенка спать. Вроде все хорошо, да, без проблем. Просыпается, где-то через час начинает хныкать. Вот, и слышу такое у него тяжелое дыхание. Так, именно вот при вдохе что-то какое-то не то. Ой, ветер такой сильный. Вот. И получается, надеюсь, будет слышно. Скорая приехала, сразу сделали укол, преднизолон, снимали вот этот вот спазм, ингалятор у меня дома есть, делали ингаляцию. Нас не забрали, хотя я думала, что нас заберут, если честно. Вот просто ни с того ни с сего, потому что как бы засыпал, все нормально. Ой, ветер такой. Вот. И получается, на утро сейчас пришел врач, я еще раз. Говорю, что он лег, проблем никаких не было, ни кашля, ни температуры, ничего не было, проснулся резко. И она мне говорит, что давали нового. Это, говорит, аллергическая реакция, представляете? У нас пошла аллергическая реакция, мы ему дали первый раз M&M's с каким-то новым вкусом. Голубой, по-моему. У него пошла аллергическая реакция, представляете? Я сейчас в шоке была. Сейчас вот спит, такое дыхание ровное, как обычно. А до этого прям такое харчание было. Вообще ужас. Так что будьте аккуратны, что даете детям. Так, мы сейчас делаем творожную пасху. Здесь добавили творог, изюм. Еще что будем добавлять, мам? Сметану. Сейчас добавим сметану и орехи сюда. Орехи да, будем да, добавлять? Да, да. Орехи немножко здесь. Орехов. Сейчас. Сверху цукатами. Сверху цукатами. Так что сейчас сделаем. Еще вот будем красить яйца. Буду сейчас ставить тесто на пасху. Мужа отправили за присыпками. Все есть, а присыпок нету, да? Так что сейчас. Так, сейчас будем делать куличи. Я уже поставила опору. Видите, как она у нас поднялась прям, пока мы были заняты чем-то другим. Вот такая прям хорошая опара. Сейчас добавлю ванилин. Прибежит помощник. Обязательно. Так, чуть больше половины стакана сахара у меня здесь. Так, теперь добавляем у меня пачка маргарина. Уже растопила ее. И сразу сюда отправляю 3 яйца. Так, сейчас хорошо все перемешиваю.
И уже замешиваю тесто и будем выстаивать. Будет у нас красный. Красный? Да, почему-то зеленый какой-то. Подожди, Кирюш. Подожди. Давай. А ты сколько есть поставила? 20. Краситель. А, вот красный. А это зеленый. Кирюш, зеленые яичко у нас будут. С перламутром. С перламутриком. Сейчас, баба, отрезать надо сначала. Вот будет красный. Ой, красиво. Сейчас, подожди, такой, сейчас. Такой прям красивый. Сейчас мы будем красить яйца. Мама достает яйца. Здесь у нас получается 25 яиц. 20, вернее, 20. Да? 15 нам покрасим и 5 нам надо на салат. Сейчас мама достанет. Достаем сначала 4, остальные 50. Угу. Давай. Опускаем. Краска перламутровая. Должны быть красивые. После того, как покрасится, высохнет, надо еще протереть ватным диском и с подсолнечным маслом. Смоченным, да? Да. Слегка. Надо, чтобы яйцо утонуло. Немножко надо, чтобы полежало, да? Да. Помешиваем. Он прям так красиво переливается, да, вот когда вообще так красиво. Смотри, смотри, как интересно. От яйца как будто так это отходит, но с ней на камере красиво. Потом покажу. Вот, красное уже почти, видишь, какое красивое? Ну, видим. Красное, это главное, надо, чтобы было обязательно этот цвет. Утром надо умываться. Именно на красном яйце? Да, именно на красном яйце. А зачем умываются яйцом? Ну, чтоб, говорят, красота. Господь даст красоты. Так что, девочки, умывайся по утрам. Это получается в пасхальное утро, правильно, да, сказать? Да, положить в чашу вот розовое яйцо, вода немножко окрасится, и умывать лицо. И быть красивой. Да. Все, сначала будем... девочки, а потом мальчики. Вот, видите, нюанс тоже. Сначала девочки, да. Потом мальчики. Так, будем красить. Потом покажу, что получится уже вот в конце. Не надо трогать. Пришел главный помощник. Баба. Да. Яйца. Баба, сейчас даст тебе ложечку, будешь мешать. Будешь? Сейчас, подожди, баба еще сюда одну положит. Что мы красим? Яйца? Да. Сейчас, баба, он положит. Давай. Вот так, баба. Держись. Давай. Надо мешать вот так вот. Вот так, переворачивай. Вот, смотри, какое уже красивое. Ой, красивое. Тихонечко, потихонечку.
Потихонечку. Вот молодец. Теперь давай посмотрим зеленые. Это какие? Зеленые, да? Вот покрасилась. Еще это посмотрим. Ну, вот это можно уже достать. Давай, баба, положить сюда. Давай, давай, отпусти ложечку. Вот, молодец. Синие посмотрим. Что хочешь? Прям ты уже хочешь кушать? Завтра будем христосоваться. Мама! А что, мама, у меня с тобой мешать хочу, баба. Хочешь мешать? На тебе ложечку, на, потихонечку. Давай, баба, другую возьмем. У мамы ложки есть. Потихонечку, сынуль, потихонечку. Яйца. Яйца. Что будем без тебя делать, сына? Потихонечку, мешай, мешай. Баба тебя научила, а ты мешай. Я, кажи, приклеил, дед. Пальчиком так прижми, прижми. Так, вот да. Красивые, вот как у нас получилось. Желтое, как солнце. Давай, вот сейчас прилепим на него. Подожди. Матерь Божья. Яичко, да. Аккуратненько. Давай. Или они рвутся? Нет, они же так надрезаны. Не, а вот же. Давай, давай. Надрезаны, ничего себе. Вот так, надрезаны. Давай. Там, да. Ой, да-да-да-да, тихо, тихо, тихо. Ну, давай пальчиком, давай. Вот так, как баба учила. Давай, пальчиком еще. Это все, нам надо в чашу класть. Мама, давай чашу. Сейчас мама даст. Ой, какой красивый, я кажу. Положи тихонько. Вот так. Дед, красивый. Давай. Там собачка на полотенце, да? Давай вот сюда. Вот так. Теперь пальчиком, как баба, вот так. Потихонечку. Приклеим все углы. Так, ну что, посмотрим, как у нас подошло тесто. Вот какое красивое. Я уже перемыла изюм, подготовила. Здесь у меня изюма 200 грамм. Попробуем вмешать. Главное, чтобы вмешался. Наше тесто подошло. Смотрите, какое пышное, хорошее. У меня как бы специальных вот этих, как они, бумажных формочек нету. Да, я использовала вот обычные у нас вот такие вот тарелочки. Сейчас смажу руки маслом. Я уже формочки смазала маслом. Господи, помоги. Первый раз делаю. Только у нас получилось пасочек, конечно, я думала, что мы обойдемся без кружечек, но чем больше, тем лучше. Наши яйца уже готовы. Сейчас пасочки поднимутся. Мы смажем яйцом и отправим в духовку на минут, наверное, 30-40, да, мам? Да. Да, 30-40 минут, потом уже конечный результат вам покажу. Вот какой я большой, я рассказываю, я большой, и какой здоровый. А вот я стою на деда, зовет, скажи, большой я такой, музык, большой.
Давай на лапу. А это тебе не баба. А все с деда тебя водят. Славу, каска, каска, побежали, 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 побежали. А еще слабо, каска, каска, побежали, побежали. Баба, баба. Баба, что? Мы с дедом. Мы с дедом слабукашка-таракашка играем. Слабукашка-таракашка побежала. Вот она. А летела оса. Жужжала. Ну вот наши куличи готовы. Такие вот красивые. Мы их украсили цукатами сверху. Прицеп, представляете, не могли найти. Такая вот красота у нас получилась. Всех со светлой Пасхой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!